Виктория и Дэвид Бекхэмы продолжают изображать счастливую семью. Однако все зарубежные таблоиды пестрят заголовками о предстоящем разводе пары. Многие годы Виктория играла в идеальную жену и поговаривают, что закрывала глаза на измены своего мужа. Но теперь чаша ее терпения, похоже, переполнена. Если верить прессе, супруги уже несколько месяцев не живут вместе и даже разъехались по разным странам. По слухам, Бекхэмы уже разделили имущество, которое оценивается в $1 млрд. А вот вопрос опеки над детьми встал в этой паре очень остро.